Концепт-кары «АвтоВАЗа» после московского международного автосалона вернулись в Тольятти. И первыми, кто оценил новинки в родном городе, стали олимпийские чемпионки. Женская гандбольная команда «Лада» побывала на заводе. Спортсменки оставили автографы и поделились с нами впечатлениями от увиденного. Даже форма команды сочетается с цветом кузова. Концепт-кара «Лада X-Code» привлекла внимание спортсменок. Однако сегодня центром внимания на автозаводе стали не автомобили, а олимпийские чемпионки. Героини гандбольной команды «Лада». Президент «АвтоВАЗа» Николя Мор не скрывает, переживал в финальном матче, за кого же болеть. За соотечественниц-француженок или за уже ставших родными российских спортсменок. «Лада» – это имя одной нашей семьи. Это название хорошо известно в стране. Это не только название автомобиля, но и команда. По футболу, по хоккею «Лада» много лет поддерживал гандбольный клуб. И будем продолжать это долгое время. Символичные отпечатки на память от золотых чемпионок Олимпиады в Рио. Гандбольные мячи отправятся в музей «ВАЗа», а новые модели получат дальнейшее продолжение уже не в виде концептов, а в качестве серийных моделей. Если сравнивать, допустим, с «Калиной», это достаточно большой рывок в будущее. Последний раз была на «АвтоВАЗе», ну вот именно на конвейере 12 лет назад. Очень многое изменилось, очень приятно было вновь пройти, увидеть, как разбились машины. Нина Ванина, Вячеслав Потоцкий. Новости губернии. Тольятти.